Здравствуйте. Меня зовут Адиса. Я многодетная мать. У меня 14 внуков, 14 правнуков. Здесь вот приехали отдыхать, сразу сдали документы, попали на прием к врачам. Врачи относятся очень вежливо, расспрашивают, что вас сильно беспокоит. Меня беспокоило, что я поясница не могла ходить. Ага, варикоз всю ночь меня мучил, я всеми ночами ходила, не могла спать. А сейчас, благодаря тому, что я вот принимаю такие хорошие лечения, вот дарсенваль на спину, на ноги, вот мне магнит ставят. И эти процедуры очень хорошо помогают. Я сейчас вот уже в состоянии ходить, бегать, спокойно спать. Мы здесь принимаем гидромассаж для ног. И очень хорошо помогает. Снижает давление, успокаивает боли. Но мы довольны. Я всегда вовремя прихожу. Вот она меня укладывает. Ложусь. Я вот уже принимаю сегодня вот 6-й день, но результат очень хороший. Все такие вежливые, молодцы все, девчонки. Я здесь не впервые отдыхаю. Это санаторий славится своей природой. И славится тем, что здесь очень хорошее лечение для нас, для стариков. Сейчас вообще чувствую себя хорошо. Врачам огромное спасибо. Медсестра, обслуживает персонал, хорошо обслуживает.